О серьезном ДТП на трассе «Скандинавия» сообщают очевидцы. В районе поселка Огоньки в кювет прокинулись сразу два крупнотоннажных грузовика. Один из них был загружен песком. В настоящий момент на месте дежурит пожарная команда. Одна из опрокинувшихся машин еще дымится. Вот эти фото прислал наш телезритель, оказавшийся на месте катастрофы. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. А случилось все из-за того, что у песковоза во время движения якобы взорвалось колесо. Эту версию сейчас проверяют сотрудники ДПС.